Охренеть, как это круто смотрится реально. Гром Легаси, Викинг Легаси. Дальше у меня есть Демоник Огнемет, который сегодня, в общем-то, я вам показал. Дальше у меня есть Рельса XT. И у меня есть еще Хорнет XT. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я буду покупать огнемет Демоник. Да, вам не послышалось, мы прямо сейчас зайдем и приобретем эту пуху. В общем-то, я тут выбил 3500 кристалликов, промокодик тут активировал, и, в общем-то, все офигительно. Поэтому сейчас мы заходим в гараж. У меня 95 тысяч кристаллов, как видите. До этого, что было, лучше вам не говорить. Я, представьте, кинул только что, вот, ну, буквально минуты 3 назад на карту 5 золотых ящиков мне выпало с контейнера. Я их кинул, и потом мне позвонили, я на секунду отвлекся, ну, как на секунду, на 2 минуты. И у меня танки вылетели из битвы, и все 5 голдов, все 5 тыкв пропало. Поэтому скинем золотые ящики, потому что мне немножечко... Я немножко расстроен. Ну, вот поэтому я и в битве, в общем-то. Так что давайте заходим в гараж. Сейчас мы прям приобретем ее. А каким образом она будет... каким образом, вы думаете? Вот как? А вот так, смотрите, заходим. Огнемет М2. Покупаем. Купить. Вы думаете, огнемет М2? В смысле М2? Хопа, установить. Скин Демоник. Хопа, закрыть. Хопа, переодевание. И смотрим. Сейчас у меня Легаси, видите, Гром и Викинг Легаси. И сейчас переодеваемся. И что же будет? Мне вот интересно, как это будет смотреться с зеленой краской. Блин, мне же краска, только что контейнеров 5 штук открыл, мне же краска выпала. Блин, ну слушайте, вау, блин, я к зеленой краске приготовился, сейчас я переодену краску обратно. Многие писали набей на Легаси, и я поэтому набиваю сейчас на вот этом своем аккаунте. На втором уорренте у меня уже 708 звезд, я, кстати, получил анимированную краску за 700, и, в общем-то, сегодня добью 900, и потом вам покажу еще на М1 вот такой вот скин Демоник будет у меня, видите, жигу прокачал, вот, ну, а пока что для вам показать для обзорчика вот на Легаси, представляете, это, вот я просто так подумал, блин, это же получается самый уникальный аккаунт. Ребята, вы готовы? Просто прямо сейчас, секунду, я зашел, я охренел. Вот вы готовы? Готовы? Пока что ставьте лайк и... Охренеть, как это круто смотрится реально. Просто охренеть. Посмотрите, тут всякие черти какие-то выглядывают. Здорово. И вот тут вообще прям мега все. Просто вау, просто вау. Какая-то тут какой-то поднос для какого-то там, не знаю, для чего это, для какой-то еды непонятной. Подогрелся я тут этим демоником. Блин, ну это настолько даже не просто жига, а с Легаси, как это смотрится, это так офигенно, вот просто, это заслуживает лайка? Я думаю, да, это просто жесть. Я весь на эмоциях, это, блин, я хочу пойти сейчас в битву и посмотреть, как будет вообще в битве это смотреться. Еще с Легаси, блин, я просто теку реально. Это самый лучший мой аккаунт теперь вообще в игре. Даже не основа там, где у меня все М4, а вот именно вот этот я онлайн. Тупо просто топ. Так, вот мы в битве. Песочек прогрузился. Я тут смотрю, жиги всякие катаются. Наверное, чуваки тоже, скорее всего, набивают на... Демоник, я, скорее всего, сегодня уже на втором аккаунте тоже набью, и у меня будет 2 скина, это будет вообще просто шикарно, офигенно, опупенно. Но для, в общем-то, этого скина я прикупил даже жигу, которой у меня вообще не было, она у меня не прокачана, к сожалению, но, думаю, я ее в любом случае прокачаю, так как она Демоник, это просто вот, кстати, вот почему я решил на двух аккаунтах... В общем-то, сделать для вас видео по поводу Демоника, потому что я спрашивал вас, на каком аккаунте мне набивать, и все, вот буквально вот все, ну там, может, человека 2-3 написало про легенду, но все остальные писали, давай на Я Онлайн или давай на Новобранца. То есть Новобранец это там, где сейчас у меня 700 звезд, а Я Онлайн это вот здесь, где у меня Легаси. И, в общем-то, я не хотел никого, чтобы никого не обидеть, в общем-то, я решил и там, и там. И, в принципе, не зря, потому что... Настолько вот офигенный скин, что, ну вот, реально очень классный. Почему-то у меня подлагивает, это, наверное, я не знаю, что это такое. Почему у меня подлагивает? А ну, едьте сюда. Кстати, никто так в чат даже не написал. Все что, видели миллион раз жигу Демоник, что ли? Пацаны, ну хоть напишите, вау, ты что, набил уже или еще что-то. Эмоции, алло. Чё я сейчас тут забыл с бригадирами-то, охренеть? Блин,
Вот как вы думаете, а что вот на этом аккаунте уникальнее? Кататься с Громом Легаси или кататься с Жигой Демоник? У меня вот такой выбор очень такой сложный, как по мне, потому что Гром, ну это круто. Ну короче, я буду вообще менять, как бы периодически там то на том поигрывать, то на том поиграть. Но вообще, мне кажется, вот напишите в комментариях, как вы думаете, что будет уникальнее, Жига Демоник или Гром Легаси, который, собственно, у меня тоже есть. Вот, ну, как бы, если так подумать, Гром есть у 30 человек, то есть Вика Гром Легаси, а Демоник будет у большего количества народа, в общем-то, да, но... О, ко мне подъехал, наверное, посмотреть, о, первый, вот, но... Демоник! Это красиво смотрится, это просто шикарно. И вот таким вот комплектом это мега уникально. Так, кстати, интересно, тут чуваки устройства уже новые испытывают, потому что там столько всего добавили, и я бы прикупил. Но на этом аккаунте, я не знаю, с майором мне что-то доступно или нет, я посмотрю. Но в скором времени ожидайте еще обзорчики на разные устройства, ребят. Там вообще просто ух-ух-ух. О, мне в чатике пишут, я онлайн, уф. Уф, давайте мы ему смайлик поставим. Уф, уф, уф. Легаси плюс Демоник. Вот это прям уф, прям уф. Ну, боже, какой-то читак, блин, непонятный. И то у него есть какой-то неадекват. Вот. О, все, меня валят. Что-то подлагивает, все, валит. Ты топ. Ой, ты тоже крутой чувак. Видишь, я, он, кстати, походу, инглишмен. Вот, так что он мне пишет по-английски. А ну, давай. Страдать. Страдать. Блин, ну как это красиво, блин, смотрится. Я в шоке. Ого, а, это смока с заморозкой. Я думаю, какого фига меня замораживает что-то. А это смока, короче, стреляет устройство на смоку, которое при выстрелах замораживает танк. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, молодой человек. Слушай, я подофигел, хотел сказать про устройство, и тут, короче, уже устройство прям в действии все. Смотрите, какая имба. Ну, я в шоке. Так, давайте сейчас вот нас убивают, и, короче, я переодену, возьму... Громик. Громик, 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 громик. Давай, убивай меня уже, чувак, ну... А, это который... Стоп, это не который замораживает, да? Это другой замораживал. А кто? Блин, я хочу, чтобы тот чувак меня заморозил. Кстати, устройство на заморозку, оно не очень хорошее. Лучше уже на поджигание, потому что заморозка так чисто. Баловство. О, голд! Слушайте, давайте заберем голд. Сожги меня, сожги. Все, спасибо. Так, где голд? Пожалуйста, в центре, да? Я успею. Или не в центре? А, вот, вижу. Тыквочка. Летим. На демонике сейчас буду отжимать. Но Биг Танкс полетел. Не, ну там пацанчик вообще красиво подлетел. Красава, поздравляйте. Блин, это какое-то аниме. Фриз морозит, Жига поджигает. Что это вообще такое? Зачем? Зачем? Так, ну все, давайте. Убивайте меня уже. Я уже точно переодену Гром. На последних секундах покажу вам, пацаны, еще Легаси. А теперь заходим в гараж и берем еще Гром Легаси. Так, пушки. Гром. А, просто он у меня уже установлен. Туда Легаси. Хопа. Кстати, мой аккаунт, вот этот аккаунт, он очень уникальный. Знаете почему? Я сейчас на секундочку даже зайду опять в гараж и вам покажу. У меня на этом аккаунте присутствуют все Легаси, которые есть в игре. Первое, это Гром Легаси, Викинг Легаси. Дальше у меня есть Демоник Огнемет, который сегодня, в общем-то, я вам показал. Дальше у меня есть Рельса XT. И у меня есть еще Coordinate XT, вы представляете, насколько... И только сейчас до меня дошло, что у меня есть все вообще скины, то есть все разновидности, это XT, Legacy и Demonic. Все три здесь! Это просто, ребят, топовый аккаунт, как по мне. Это просто имба. Поэтому лепите свой лайкосик царский. Я прям для вас очень сильно хотел записать этот ролик, прям вот обзор и показать. Я считаю, что это прям мега офигенный аккаунт, и я на нем почаще буду поигрывать, поэтому приходите на стримчики, будем рубиться и, в общем-то, наслаждаться. Потому что вот такого, я не знаю, у кого еще есть такой. Может быть, из тех 30 человек, которые играют в танки онлайн, у них тоже у кого-то есть Демоник, у кого-то есть, может, XT, и, в общем-то, Легаси им за победу выдали. Скорее всего, вот, у них есть. Вот, ну, в общем-то, опа, убил. Но у меня на 5-м уровне такое есть, и... Это просто жесть. У нас 50 секунд, давайте мы закончим эту битву досрочно. Давайте еще вот этого убьем, и вообще будет все шикарно. Хоп, есть килл. Еще вот этого убью, и все, наверняка. Пожалуйста. Ай, молот, прикопался. 29, 29, пожалуйста, блин. Он на Жиге играет, кстати, этот Лукс.
Он убьет сейчас, да. Он на один килл меня в последнюю секунду обогнал. Но мне все равно тоже дали 3 звезды. Вот, блин, зараза, на М2 катает. Джига, конечно, нагибает больше, чем Гром. Поэтому на демонике будете меня встречать часто в битвах. Вот, так что такой обзор получился. Если он вам понравился, обязательно лепите свой царский лайкос. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Big Tanks. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.